Ну вот за этот каскад, за сорванный тройной лут, за весь каскад она получила 9 десятых, а за этот Сальхов, который был обозначен как тройной, на самом деле получился одинарный, 1/10 всего. И это, то есть за каскад и за прыжок она получила в сумме всего 1 балл. Ну, сами понимаете, что с таким результатом на что-то рассчитывать не приходилось. Анастасия Гимазетдинова из Узбекистана. Сейчас на льду. Ну что ж, очень здорово справилась со своей короткой программой Анастасия. Выступать ей было, в общем-то, непросто после того, что произошло с Сарой Майер. И тем не менее, вышла она с таким прекрасным настроем и справилась со своей программой. Но, правда, хотела она выполнить каскад 3-3, два тройных тулупа. Но мы видели, что каскад был все-таки 3-2, но, тем не менее, исполнила она его чисто. Ну и можно рассчитывать сейчас на то, что она покажет свой лучший результат в короткой программе. До сегодняшнего дня ее рекордная сумма баллов была 55,49 балла. Ну, тут все, естественно, довольны. Иначе и быть не может. Наше включение на этот раз весьма короткое. Не знаю, сумеем ли кого-то еще показать из этой разминки. Дело в том, что наступает время биатлона из Ханты-Мансийска. И очень многие, мы это прекрасно все знаем, ждут соревнования биатлонистов за Кубок мира. Но мы обязательно вам расскажем в наших следующих трансляциях о том, как
проходила, завершилась как борьба в соревнованиях женщин в короткой программе. Естественно, покажем сильнейших и наших фигуристок, Алену Леонову и Ксению Макарову, а также всех звезд мирового женского фигурного катания постараемся показать. Ну, а сейчас нам остается только дождаться оценки фигуристки из Узбекистана. Всем привет. Всем привет. Так что давайте дождемся оценок, а я уже заранее с вами попрощаюсь и встретимся в вечерней программе. Всем привет. Ташкент, Первоуральск, Омск. Il punteggio prego. 49-10. Нет, всего 49,10 балла. Всего-навсего. Хотя, в общем-то, все каскады, прыжки защищены были. Но вот оценки за компоненты программы подкачали. Тут все меньше 5 баллов. И с этим связано, что пока лишь только вторая фигуристка...